Губернаторский лицей номер 100 – новое современное учебное заведение, которое открыло свои двери в прошлом году. Лицей почти в 5 раз больше среднестатистических школьных зданий. Просторные светлые классы, концертный зал, кинозал, киностудия, студия звукозаписи, 3 лаборатории и многое другое. Он был построен по проекту «Новая школа». 11 ноября лицей отметил свою первую годовщину. Есть уже определенные заслуги, есть определенные победы. У нас есть дети, которые занимали призовые и побеждали в олимпиадах, в том числе регионального значения. Есть у нас и дети, которые побеждали в спортивных соревнованиях, наши команды по волейболу, по баскетболу, и в районе, и в городе занимали тоже уже первые места. Особая гордость – это наш молодой учитель Яна Борисовна Осина заняла первое место буквально несколько недель назад в муниципальном этапе конкурс «Педагогический дебют». И сейчас вот мы ей желаем победы, безусловно, на региональном туре. В настоящее время в общеобразовательной организации сформировано 46 лицейских классов, в которых обучается почти 1500 мальчишек и девчонок. Они учатся по нескольким профилям – химико-биологическому, архитектурно-художественному и информационно-технологическому. Кроме того, здесь работают различные кружки и секции, среди которых информационные технологии, робототехника, школьное радио, телевидение, иностранные языки. Лицей собрал уникальную команду молодых профессиональных педагогов, правда уникальные. Каждый из них прошел разного уровня конкурса. Каждый отдает себя, часть своего сердца вам, детям. И каждый ориентирован исключительно на успех и никак иначе. В день рождения лицея некоторых педагогов отметили почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора. В этот день трогательный. Хочется пожелать всего самого-самого наилучшего педагогам, конечно, которые дают огромную базу знаний нашим детям. Ну и детям, конечно. То, что нам год мы отучились уже. Многие получили новых знакомых, новых друзей. В рамках празднования первой годовщины со дня образования лицея введена новая традиция проведения ежегодной премии «Признание». Она будет вручаться не только лучшим педагогам, но и учащимся их родителям. Ирина Антонова, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.